Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Армян не пустили в монастырь Худавен, расположенный в селе Вен Кельбаджарского района Азербайджана. Как передает канал 13, об этом на своей странице Facebook написала жительница Армении Евгения Янгибарян, которая хотела посетить Худавен. «Рождество началось с неприятного события. Мы не могли пойти в Худавен с моей подругой. Несмотря на то, что поездки туда были каждое воскресенье, мы хотели быть там именно сегодня. Несмотря на то, что нас было 40 человек, а также было заявлено об отсутствии ограничения на количество желающих посетить монастырь, наша сторона договорилась с турками только о 30 посетителях. В результате из третьего автобуса высадили всех. Да, посещение Худавенге зависит от соглашения с врагом. Здравствуй, новая реальность. Как с тобой смириться и не сойти с ума? Вот в чем вопрос», – отметила она. Отметим, что сегодня члены Албано-Удинской христианской общины, являющейся наследницей Албанской Кавказской апостольской автокефальной церкви, должны были посетить монастырь Худавен в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, где они совершат рождественский молебень. Напомним, что это будет уже третьим посещением ими монастыря Худавен за последний период. Накануне президент Ильхам Алиев также отметил, что освобожденная от оккупации церковь Худавен уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого, сказал президент во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры Азербайджана.